Салам алейкум, пацаны! Вы, наверное, спросите, Дистри, в смысле, как забрать бесплатный набор? Да, друзья мои, я вам сегодня расскажу, как вы сможете забрать вот этот наборчик, или вот этот скинчик, или вот этот наборчик, или вот этот, совершенно бесплатно. Сегодня вы все узнаете. Также покажу вам новую халяву и покажу вам, конечно же, еще кое-что интересное. С вас обязательно лайк, подписка, колокольчик. Не забывайте обязательно, друзья, после видеоролика заходите все на мой стрим. Ну и, конечно, вся свежая информация, а также розыгрыши проходят у меня в телеграм-канале. А также не забывайте, что если вы хотите узнавать самый первый о свежей информации об игре Free Fire, о новостях, вы спокойно подписывайтесь на мой телеграм-канал и все узнаете, там все выходит самое первое. А также общение с подписчиками, у нас есть там свой чатик. Ну что, вы готовы? По-любому готовы. Ну давайте начнем с самого начала. Перейдем мы в события. И тут посмотрим. Да, добавили халяву. Ну что, именно сегодня вы уже сможете забрать себе вот такой вот бомбовый лутбокс. Как я и говорил, так оно и произошло. Получается, вам нужно нести 28 тысяч урона в КБ, в БО или в ультиматум. Так спокойно играйте, наносите урон. Это все очень быстро произойдет. В течение часа можно сделать, наверное, да? Вот. И забирайте бесплатный лутбокс, друзья мои. Успевайте. У вас всего лишь 6 дней, братцы, да. У вас 6 дней для того, чтобы забрать себе бесплатный этот лутбоксик. Всем все ясно? Кто будет забирать? Обязательно в комментариях напишите, что вы будете забирать, потому что я его заберу по-любому. Поехали дальше. Дальше, конечно, сегодня вышло событие. Ой-ой-ой, событие джекпот стенок. И тут добавили новую стенку, друзья мои. Вот такую вот бомбовую. С коллаборацией, да, события. Инь-янь. Как думаете, братцы, стоит убивать? А я думаю, стоит. Давайте прямо сейчас каждый из вас внизу поставить лайк, и мне по-любому повезет. Ведь сейчас мы должны его выбить за 10 попыток. Пробуем, друзья мои. Я думаю, вот на вашу поддержку я прям надеюсь. Мы сможем сделать. Договорились? Поехали. 10 попыток, братцы. На вас надеюсь. Погнали. Первая попытка. Попытка номер раз. По-братски. Давай, чтобы я не лоханулся. Попытка номер раз. Не повезло. Попытка номер два. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай красиво. Давай, пожалуйста. Ну, да, да, выпало. Нет, выпало. Не падает. Что за херня? Давай, падай. Давай, раз, ну, давай, ну, по-братски, сделай красиво. Йо, мо, чеки, баки. Понятно. Ей, сейчас не будешь, я тебя лохану тебя, чепорну тебя, шамарну тебя, блин. И накажу тебя. Ну, выпало же, да? Стенка же. Поздравляю. Ну, сейчас должна выпасть, братцы, по-любому. И должна выпасть, по-любому, стенка инь-янь. Давай. Стенка инь-янь. Друзья мои, стенка инь-янь или нет? Инь-янь, инь-янь, инь-янь. Ага. Ну, пробуем еще раз. Раз. Пожалуйста. Два. Ну, пожалуйста. Три. Ну, инь-янь, пожалуйста. Инь-янь, инь-янь! Скотина! Ну ты скотина! Давай! Инь-янь! Инь-янь! Пожалуйста! Ну давай, инь-янь! Пожалуйста! Нет! Ну, инь-янь, пожалуйста! Тварь! Падай, инь-янь! Ну, пади, инь-янь, пожалуйста! Инь-янь! 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 Коза! Тварь, все выпало, кроме няня. Ладно, пробуем еще раз. Ну сейчас-то и нянь упадет, по-любому. По-любому нянь. Так. И нянь, падаешь? Я тебя прощаю за все твои поступки. Угу. Давай.
Все, панты нянь. Есть. Добились. Инь-янь, 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 инь-янь. Ну ладно, нормально. Нормально. Пойдет. Инь-янь забрали, братцы. Всем все ясно? Красавчики? По-любому красавчики. Заходим сразу на склад. Где? Ой, куда заходит? Какой склад, ё-моё? На склад захожу. Да. Так, стенки. Надеть. Бомбу. Все, стеночка, братцы, у нас есть. Какой? А чё у меня? А где у меня? Ты чё? Ну-ка, давай-ка. Где дигл мой? По-братски. Так, урон, точность. Вот так делаем. Все, поехали. Так, все, погнали дальше, братцы. Дальше. События. События, которые я вам показывал, да? Наборы. Как забрать бесплатно? Друзья мои, все очень просто. Для вас будут доступны уже с 25 числа должны будут доступны новые бесплатные купончики. Купончик, который будет давать вам возможность бесплатно забирать события. Может кто-то выбить себе с одной попытки. Может кому-то не хватает одной попытки, да? Но вот эти купончики, которые наверху, братцы, видите купончик? У меня купончиков нет наверху. Но эти купончики будут давать уже с 25 по 31 октября бесплатно. Поэтому забираем бесплатные купончики и пробуем выбивать себе новые события, которые будут выходить за эти купоны. Всем все ясно, друзья? Так что, возможно, заберете этот скинчик, возможно, это, возможно, это, а возможно, вот это. А возможно, вы их будете копить и оставить на другое событие. Всем все ясно, братцы? Так что ожидайте. Скоро новое событие, также буду добавлять, а купончики у него сохранятся, но сразу говорю, они будут на время, они будут на время. Всем все ясно, братцы? Всем все ясно. Поэтому я вас люблю, я вас обнимаю. Не забывайте, кому нужен настроечек на ваши телефоны, вы можете ко мне обратиться, пишите мне ВКонтакте. Я вам дам VIP-настроечки по очень дешевым ценам. Размер кнопки, HUD, DPI, расположение и много чего входит в настройки. А также, кому нужны алмазики оптом, да, не за большую сумму, вы можете также мне писать ВКонтакте. Все, всех люблю, всех обнял. Жду вас в своем телеграм-канале, а также на стриме. Всем пока, люблю вас.